Границу с Россией продолжают охранять в усиленном режиме. Об этом сообщили в Донецкой областной администрации. На пункты пропуска передислоцировали мотоманевренные группы из других регионов. Они охраняют порядок в пограничной зоне. Инспекторы тщательно проверяют документы, запрещают въезд экстремистски настроенным гражданам и людям с оружием. На границе все спокойно. Количество войск со стороны России не уменьшилось. И пока они будут находиться там, лично у меня, как у губернатора, будет душа болеть. Поэтому я отбрасываю сценарии того, что кто-то будет вторгаться, но тем не менее концентрация у границы такого количества, ну, вызывает действительно беспокойство.